возвращается из окна. Рады видеть вас на нашей древней Владимирской земле и по старинному русскому обычаю. Примите от нас хлеб да соль. Которые приняли в основном ленинградских, вот, вернее, и детей, и взрослых, дни блокады Ленинграда. Так вот, как это не печально, наверное, сообщать, но у нас есть в некоторых районах Ярославля братские могилы ленинградцев. Не все ленинградцы могли вернуться, как говорится, в свои места. Перед войной Ярославль был крупным промышленным центром, поэтому, когда мы подойдем к этому памятнику, мы, да и отсюда сейчас нам видно две стелы. С левой стороны изображен воин, военный подвиг ярославцев. С правой стороны фигура женщины. Это трудовые подвиги ярославцев. В середине круглой чаши вечный огонь. Огонь здесь с могилы неизвестного солдата в Москве. Хорошо, хорошо. Теперь мы будем.
А я на ресепшн отдала. Сейчас скажу, Свет. Нет,